Что значит Сириус? Сириус – ярчайшая звезда ночного неба. Ее видно практически с любого континента Земли. Она светит миллионы лет, щедро даруя миру свой животворящий свет. Сириус – это издательский дом, который выпускает книги, несущие добро и свет. Свет истины, свет мудрости, свет знания, свет любви. Мы издаем только те книги, которые считаем бесценными для людей, которые на века останутся в золотом фонде философской мысли. Небольшая справка. Издательский дом «Сириус», основан 2 августа 2007 года, является одним из крупнейших издательств в Омской области. Издательский дом имеет эксклюзивное право на издание книг Татьяны Николаевны Микушиной, автора более 60 наименований книг и 60 наименований дисков, чьи работы широко известны как в России, так и за рубежом. Книги Татьяны Микушиной переведены на 20 языков мира и изданы в 11 странах на русском, английском, немецком, латышском, литовском, португальском, французском, болгарском, армянском, турецком, польском языках. О чем наши книги? О высшей любви. Миры создаются любовью, и миры распадаются из-за недостатка любви. Любовь – это самое высокое чувство, которое существует в нашем мире. Наши книги призваны остановить обесценивание качества любви в обществе, в котором это высокое чувство ставится в один ряд с животными страстями. О высшей нравственности. Без этой первоосновы жизни любые открытия науки, любые богатства общества, любые умения человека станут разрушительны. Необходимо возрождение таких неприходящих человеческих ценностей, как честь, достоинство, доблесть, милосердие, сострадание, самопожертвование, служение ближним. Огромное спасибо Татьяне Николаевне, автору книг, которые издает издательский дом, и небольшому самоотверженному коллективу издательского дома за ту работу, которую они делают для людей. Потому что это не просто книги, которые сеют разумное, доброе, вечное. Это книги, которые вот в наше такое трудное время, но с другой стороны интересное время, помогают нам в жизни делать правильные выборы, принимать правильные решения. Потому что от того, какие решения мы примем в данный момент, какое решение, зависит будущее в нашей жизни, жизни нашей страны и вообще в жизни планеты. Дорогие друзья, от всей группы я поздравляю вас с десятилетием издательского дома «Сириус». И хочу передать вам, что у вас есть единомышленники, друзья и помощники в Лос-Анджелесе.
Пусть всем вам будет хорошо. Желаю успехов в трудной работе для распространения литературы книг Татьяны Николаевны Никушиной. Всем вам привет от всей группы. Книги Татьяны Николаевны Никушиной, которые издаются издательским домом, способствуют пониманию и осознанию своей внутренней сути. Они помогают в взаимоотношениях с родными, близкими, друзьями и коллегами. Они вдохновляют и наполняют нас радостью. Огромное спасибо Татьяне Николаевне Микушиной, Татьяне Викторовне Мартыненко и всему коллективу издательского дома «Сириус» за возможность соприкоснуться к истине. Спасибо большое. Привлекла эта энергетика этой книги и то, как это доступно и просто было написано, изложено, те универсальные истины о единстве всей жизни, о любви к людям, к уважении к природе, об измене сознания. И это меня привлекло. В этих замечательных книгах поясняется роль человечества Земли на данном этапе. В них даются практические рекомендации в разных областях жизни. Это рекомендации о здоровье и питании, об исцелении и счастье, о позитивном мышлении и сотрудничестве, о воспитании и образовании детей, о взаимоотношениях в семье. Издательский дом «Сириус» является организатором просветительских семинаров и конференций и постоянным участником крупных книжных и тематических выставок-ярмарок в России и в других странах. Международные книжные ярмарки-выставки в Москве, Санкт-Петербурге и Киеве. Евразийская международная книжная выставка-ярмарка «Астана». Выставки Mind Body Spirit и New Living Expo в Чикаго, Лос-Анджелесе, Сан-Матео, США. Международные книжные выставки в Риге, Латвия, Вильнюсе, Литва, Хельсинки, Финляндия. Это далеко не полный список выставок-ярмарок, где были представлены наши книги. Подробней об авторе книг. Татьяна Николаевна Микушина – широко известный общественный деятель, философ, автор более 60 книг. Ее книги переведены на 20 языков, изданы в 10 странах мира. Татьяна Николаевна является основоположником нового философско-этического учения – направлено на восстановление нравственности в обществе. Это учение – плод ее напряженной работы в течение 11 лет, с 2005 по 2015 годы. Учение было создано по вдохновению свыше. Философско-этическое учение, изложенное в книгах Татьяны Николаевны, целостно и универсально. В нем отражены многие области философского знания. Содержатся ответы на общефилософские вопросы о том, как устроен мир и как устроен человек. Даются сведения о текущем историческом моменте на нашей планете. Обосновывается необходимость следования высоким нравственным образцам в новом веке. Книги Татьяны Николаевны получили большое количество положительных отзывов от общественных деятелей и деятелей науки. Книги рекомендуются к использованию в образовательных программах. В настоящий момент на основании некоторых трудов Татьяны Николаевны Микушиной составлен курс лекций духовно-просветительского содержания. Проводятся занятия в ряде школ России. Татьяна Николаевна является соавтором статей, опубликованных в сборниках научно-практических конференций, посвященных теме духовно-нравственного воспитания. Периодически проводит тематические семинары.
дает интервью для печатных изданий. И на телевидении. Thank Tatiana Makushina and all of Sirius Publishing House for publishing the most incredible, life-changing books that are so needed now in the world today. We love you, we thank you, and we appreciate all the work that you've done. Thank you so much. Книги издательства для меня являются очень огромной и достаточно ёмкой инструкцией в жизни. В книге издательского дома «Сириус» я нашла практически 10 лет назад, в 2008 году. С тех пор являюсь постоянной читательницей. И этому издательскому дому хочется пожелать процветания, хочется отметить то качество книг, которые он издает. Это обложка, бумага. Эти книги изготовлены с такой любовью к своим читателям. Эти книги, которые возвращают нас к нравственным истокам. Книги Микушиной, вот супруга меня сподвигла на чтение этой серии. И читаешь, и во многом находишь действительно ответы на многие вопросы. Хотя, не знаю, я скромный человек, мне кажется, что я во многом с ней согласен. И многое мне близко, так же, как и моей супруге. Ну, спасибо ей за эту серию, за эти книги. За 10 лет работы наша продукция приобрела постоянных читателей, как в России, так и за рубежом. К настоящему моменту открыто 9 эксклюзивных магазинов. 5 из них в России, в Москве, Санкт-Петербурге, Челябинске, Омске, Барнауле. А также 4 за рубежом. В Киеве, Украина. В Риге, Латвия. Каунасе, Литва. И Софии, Болгария. Издательский дом активно сотрудничает с крупнейшими российскими книжными магазинами и сетями, такими как «Читай город», «Буквоед», «Библиоглобус», «Московский дом книги» и другими. Московский дом книги шлет свое поздравление издательскому дому «Сириус» с десятилетием. Желаем счастья, процветания, новых тиражей. Коллективу желаем радости, идти к вершине, к новым победам. Всего самого доброго. Мы работаем с издательским домом «Сириус» вот уже 2 года. В работе издательского дома «Сириус» поражает высокая степень ответственности за свои книги, очень такой тщательный подход к исполнению, к тексту, к содержанию. И в то же время типография старается выполнить высокие требования к качеству и отпечатать тиражи в соответствии с выставленными ожиданиями издательского дома. 3 года из 10-летней истории издательского дома «Сириус» мы работаем вместе. Мы пропагандируем книгу, пропагандируем традиционные ценности, приучаем людей к добру, потому что нужно вокруг создавать что-то прекрасное, делимся с этим с окружающими. Вот книга «Император Николай. Крестный путь». В принципе, что издательство волнует эта тематика, мне очень нравится. Потому что это и исторические моменты, и теологические моменты. Это очень важно знать свою историю, понимать, в какой культурной среде мы находимся. То есть во что верили наши предки, на что они шли ради своей веры. То есть это, ну, скажем так, это достойный пример литературы. На
дорогая Татьяна Николаевна, дорогая Татьяна Викторовна, все сотрудники издательского дома «Сириус», мы от всей души поздравляем вас с 10-летним юбилеем. Желаем вам процветания, любви, спокойствия, мира. Благодарим сердечно за все, что вы делаете для нас и для всего человечества. Мы желаем новых побед издательскому дому «Сириус». Выражаем сердечную благодарность всем сотрудникам и сотрудницам, труженикам издательского дома «Сириус», автору всех книг Татьяне Николаевне Микушиной и директору издательского дома «Сириус» Татьяне Викторовне Мартыненко. Здоровья вам и больших творческих успехов! От лица всего киевского «Сириус-центра» мы хотим пожелать автору Татьяне Николаевне Микушиной сил, здоровья, творческого вдохновения для свершения новых творческих задач. И мы хотим, чтобы книги издательского дома «Сириус» нашли свою дорогу к каждому сердцу, независимо от стран, народностей, и были переведены на все языки мира. Как сияет в ночи самая яркая звезда «Сириус» в переводе с греческого «яркий, сияющий, блестящий». Я желаю издательскому дому «Сириус», чтобы он был ярким, сияющим источником, из которого выходят книги, несущие свет, растворяющие тьму невежества, и книги, дающие бесценные знания, прежде всего, и мудрость, конечно же.